Слава Украине! Привет всем от Полонского. У меня вопрос э, к русским, гражданам России. Не к русским именно по национальности, а именно гражданам России. Это большая разница. Так вот, а за что вы воюете? Вот что вы приперлись в Украину? Я не понимаю, например. Э, я вижу, вот дайте я со своей точки, со своей колокольни, вот вместе с котом, который кошка, попытаемся рассказать вам, за что вы воюете. Вы живете в нищете, большинство из вас. По крайней мере, вот эти придурки безмозглые, которые берут оружие и за деньги идут убивать женщин и в Украину, они точно нищие абсолютно и голодные, потому что нормальный человек за деньги не поедет убивать э, в чужую страну э, женщин и детей в этой, старику в этой стране, да, то есть однозначно вы нищие, это первый момент, да, богатый человек или даже человек среднего достатка просто на это не пойдет, а вы же идете добровольно. Ну или второй вариант, это зеки из тюрьмы, понятно, уголовники, которым, да, надо просто как-то статью себе снять тяжелую и пораньше выйти из тюрьмы. Это я тоже понимаю. Значит, первый момент – это нищета. Вторая, второй момент – это раболепие, да? Вот ваш царь вот этот вот плешивый, который непонятно, то ли жив, то ли уже 10 дней в морозилке лежит, непонятно, что с ним там такое, сказал вам идти в Украину защищать русскоязычное население. Ну, я русскоязычное население. У меня очень много друзей русскоязычных. У нас армия на 50% русскоязычная. Все вас ненавидят. Какого хрена вы сюда претесь? Вот объясните мне, пожалуйста. Вас здесь никто не ждет. Русскоязычные уж точно вас не ждут. Кстати, вы разбили регионы. Вот Донецкая область, вы уничтожили ее. Вы уничтожили Луганскую область. Частично уничтожили Херсонскую область. Файна Миста Херсон тоже почти уничтожили. да? А, Николаевскую область, вы по ней там а, прошлись катком. А, Запорожскую область. Это все русскоязычные области. Так, чтобы вы немножко для понятия. да? То есть получается, что... Вы ради сумасшедшей какой-то вообще дебильной идеи, этого бункерного, этого шизофреника недоделанного, да, вы едете в Украину э, громить русскоязычные области, так получается? Ну да, так. Вы именно все области, которые вы разгромили, уничтожили, поубивали людей, сделали их беженцами, лишили их имущества. Все эти области, хочешь не хочешь, но они русскоязычные. Да, там больше половины населения, говорят по-русски, но Донецка, луганская так еще больше, да. И. Сейчас половина вот этих вот донецких, они живут здесь в Киеве, они беженцы. Там пооставались дома, квартиры, они туда боятся приезжать, потому что там ходят обезьяны, макаки с автоматами. Они туда не могут вернуться, их на подвал сразу же кинуть, понимаете. Вот такие вот пироги. То есть вы в результате приехали, приперлись точнее, в Украину с оружием, без спросу, не делать жизнь людей лучше, вы приехали к нам, Приперлись к нам разрушить нашу жизнь. Еще спрашивайте у нас, почему будем ли мы воевать до последнего украинца? Да, конечно будем, конечно будем, потому что обезьяна с автоматом никогда в жизни не будет здесь ходить по Киеву и диктовать украинцам, что им делать. Более того, мы не собираемся умирать. Мы собираемся, как бы это сказать, в нормах, в нормах практики Ютуба. Мы собираемся, мы собираемся утилизировать вату. Мы не собираемся умирать. Да. Как вы видите по фронту, по ситуации на фронте, э, у нас это успешно получается. Более 300 тысяч красивых черных пластиковых пакетов. Половина пакетов, э, половина брикетов, сейчас же уже брикеты у вас пошли -то вместо пакетов, да, вы же в курсе, да. Э, половина Черноморского флота уничтожена, не половина, третья часть Черноморского флота так точно уничтожена. Украина стала первой страной в мире, которая уничтожила ракетный, э, ракетонесущий корабль, которые еще не успели принять на вооружение, это ваша Да его больше не существует. Ну и так далее, и так далее. Не имея флота, Укра Украина утопила ваш крейсер Москва, два БДК, подводную лодку, ну и кучу другого вашего хлама. Короче говоря, позорище на вашу голову. И все-таки еще раз говорю, граждане Российской Федерации, вот учитывая, что в Украине вас никто не ждет, вас никто не звал с вашей, так сказать, помощью. И а что вы здесь вообще делаете? Вот вы можете объяснить? Вас русскоязычные ненавидят еще больше, чем жители э, западной части Украины, потому что вы на востоке, в Харьковской области, в частности, да, в Херсонской, и на юге, и в Одесской, наделали горя, которого эти области не знали со Второй мировой войны. Вас ненавидят, вас ненавидят жители. Юга и востока Украины, просто лютой ненавистью, да, за то, что вы сотворили, за то, что вы лишили их частичной имущества, частичной жизни, родственников и так далее. Так вот объясните, какого черта вы приперлись в Украину.